Привет, это Сингл. Сегодня у меня на обзоре мод, который ребалансирует начальные профессии в Project Zomboid. По мнению автора этого мода, врач не может иметь третий уровень навыков оказания первой помощи, а плотник должен уметь делать бочку как минимум. В какой-то степени я с ним согласен. Давайте посмотрим, как этот мод меняет профессии. При выборе профессии пожарного вы получите на старте плюс 2 к фитнесу и силе, плюс 3 к бегу, плюс 4 к первой помощи и топорам. Также вы получите навык владения топором, как у дровосека. Полицейский на старте будет получать плюс 2 к длинному дробящему и фитнесу, плюс 3 к бегу, плюс 4 к перезарядке, плюс 6 к точности и получите перк храбрый. Парковый смотритель на старте будет получать плюс 2 к точности и легкому шагу, плюс 4 к рыбалке и собирательству, плюс 5 к звероловству, также получите перк турист. Строитель на старте получит плюс 2 к силе, плюс 5 к газосварке, стройке и электрике, также получит перк умелые руки. Охранник получит плюс 2 к фитнесу, плюс 4 к бегу и проворности и плюс 5 к длинному дробящему. Плотник получит плюс 3 к газосварке, плюс 8 к строительству и получит перк умелые руки. Взломщик на старте получает плюс 2 к короткому режущему, плюс 3 к бегу, плюс 4 к легкому шагу, проворности и скрытности, также получит перк шустрый. Повар на старте получит плюс 2 к прочности и короткому режущему и плюс 8 к кулинарии. Ремонтник у нас получает плюс 2 к газосварке и стройке, плюс 5 к автомеханике и электрике и получает перк умелые руки. Фермер получит плюс 2 к автомеханике, газосварке и стройке и плюс 8 к фермерству. Рыбак на старте у нас имеет плюс 2 к звероловству, кулинарии и собирательству и плюс 8 к навыку рыбалки. Доктор на старте получает плюс 2 к короткому режущему и фитнесу и плюс 9 к первой помощи. Ветеран на старте будет получать плюс 1 к звероловству, плюс 2 к первой помощи и бега, плюс 6 к перезарядке и плюс 8 точности. Медицинский работник получает плюс 2 к бегу, собирательству и фитнесу, плюс 3 к легкому шагу и плюс 5 к первой помощи. Дровосек на старте получает плюс 2 к фитнесу, силе и строительству и аж плюс 8 к топорам. Инструктор по фитнесу на старте получает плюс 1 к силе, плюс 2 к фитнесу и кулинарии, плюс 3 к проворности и плюс 6 к бегу. Работник фастфуда получит плюс 4 к кулинарии и короткому режущему. Электрик на старте имеет плюс 2 к автомеханике, газосварке и стройке, плюс 8 к электрике, также получает перк умелые руки. Инженер будет получать плюс 3 к стройке и электрике, плюс 4 автомеханике и газосварке, также получает перк умелые руки. Сварщик на старте получит плюс 3 к автомеханике и стройке, плюс 8 к газосварке, и он также получает перк умелые руки. Ну и механик у нас получает плюс 3 к газосварке и электрике, плюс 8 к автомеханике, и он тоже получает перк умелые руки. Лайк, подписка, колокольчик. Увидимся на стримах.